Здравствуйте! Сегодня мы продолжим осваивать графический редактор GIMP и познакомимся с GIF-анимацией. Для этого откроем сам графический редактор, заранее приготовленное изображение. В нашем случае это будет такой человечек. И приступим к его анимации. Давайте запомним алгоритм действий, который нам будет нужен. Фильтры, искажения, интерактивное искажение. У нас открылось поле, в котором мы будем работать. Видим исходное изображение и режимы деформации, перемещения, нарастания, удаления, сокращения, вихри различные, также радиусы и степени. Здесь вам поле для экспериментов, а мы поработаем с перемещением. Вытянем ножки. Тянем назад маленько голову. Нарастание сделаем с планетой. Опять перемещение. Ноги. И нарастание. Еще раз перемещение. Достаточно. Открываем выкладку «Анимация». Ставим галку «Анимировать». Количество кадров 8. Окей. Посмотрим, что же у нас получилось. Фильтры, анимация, воспроизведение. Мы видим результат нашей работы. Давайте теперь сохраним файл. Сохранить как? Пишем название, указываем место, где хотим сохранить. Тип файла GIF. Сохранить. Сохранить как анимацию, экспорт. Здесь ничего не меняем. И результат нашей деятельности. То, что получилось у нас с GIF-анимацией. Вы можете экспериментировать, брать различные изображения, выставлять различную частоту кадров, смотреть. Удачи, до новых встреч!